Заехали на привоз, здесь еще раннее утро и пробок особых нет, потому что я думала, мы здесь сейчас застрянем надолго. Последний звонок в этом году. Все, Тая закончила у нас второй класс. Сегодня 31 мая, и в этом году линейку очень сильно затянули. Я не знаю, почему во многих одесских школах так сделали. Ася сегодня у нас на линейке будет петь. Мы идем слушать. Сначала идет одна линейка для старшеклассников, а потом уже линейка для младших, для Таюси. Вот. И что еще хотела сказать. У Аси впереди сейчас в начале июня экзамены. Она сдает ДПА после 9 класса. И хочет пойти в 11. Будем надеяться, что ДПА она сдаст нормально. Души, учишься, ты расскажешь, не тебя.
Им предоставляется слово. Так, я поздравляю вас, мои дорогие. Для меня это более трепетнее. Смотришь на меня без волнения, мол, мама, я все знаю, понимаю, без исключения. Давайте проучения, я здесь давно, а я пытаюсь научить себя. Мне очень хочется верить, что ты больше верить, и больше что-то меня. Когда ты станешь большой и дочь, тогда поверишь мне. Вот уже входит волнующий момент. Момент, которого вы ждали давно. Потому что именно сейчас прозвучит для вас, дорогие пустики, прощальный вальс.